мультфильм «Полет в космос». Однажды обычная семья Илюша, папа, мама и я, Егор, вышли погулять. Идем и вдруг видим, что навстречу нам гора лапши. А когда ее съели, увидели, что это обычная картонная упаковка. Мусор? Нет! Это ракета! Для ракеты нам понадобятся ножницы и фломастеры. Вырезаем ножницами бумагу. И вот это строительные материалы для нашей ракеты. Many months later. Немного терпения, и у нас получилось вот такая ракета «Орел». Наступил самый важный день. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! А когда мы прилетели обратно, к нам приезжал человек от Путина и наградил нас медалью. Двенадцатого апреля